Сейчас я посмотрю, можно оживить. Чуточек. Так, добрый вечер. Добрый вечер. С вами я, Николай, и мы продолжим. Я уже и забыл, что надо делать. Так, я взял прошивую кучу, похоже на основную причину. Все, я понял. Значит, едем в Балморум. Ой, Балморум был. Пивик. Я сдаю. Зачем задание. Идти пешком, когда можно ехать верхом? Сдаем задание. Да, вот прикольно то, что в ТСО. Как же ж там было? Пристань такая была. Здесь городки. Продавали все, центральная площадь. Водичка уходила. Подожди, как же, по-моему, была недостроенная такая пирамида. Да-да-да, вот-вот оно. Получается, вот здесь вот. Типа пристань. Вот эта часть достроенная, вот эта часть стройка велась. По-моему, так. Ладно. Все это, конечно, интересно, но потом. Все потом, все потом, все потом. Сейчас надо сдать задание. Взять новое задание. Бумс. Не следовало мне. А потом надо узнать насчет гильдии. Думаю, убийц. Из моих книг вы узнаете. Очень рад. Вам что-нибудь нужно? Так, я слышал, акт на земле уже возможен. А, все? Мне нравится то, что я вижу. Балмагер. Один из наших братьев украл не у того человека. Мне нужно, чтобы кто-нибудь вернул клинок Эйнморы. Так, член гильдии украл его у Салина Саретти. Салин Саретти. Благородного щедрого воина-стражника. Клинок был подарком от самого Вивика. Мы не хотим, чтобы гильдию воров обвинили в этой краже. Возьми этот клинок и эту записку. Положи их в сундук Салина Саретти в башне заката в призрачных воротах. Хорошо. Прощайте. Призрачные врата. Призрачные врата у нас находятся вот здесь. Скальдеры. Все. Скальдеры пешочком поправляем. Китс. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. С удовольствием. Прошу вас продолжать. Я весь внимание. Я забываю, что туда не надо идти. Я тепло приветствую. Так, отсюда, я не знаю, кальдеру есть? Есть. Я думаю, кальдеры мы перенесли. Я с радостью поговорю с вами. Мне очень приятно. Не, ну... В Обливионе убили. Добро пожаловать. Этот смысл этой телепортации. Я слушаю. Том, что, можно было переместиться в любую, по-моему, открытую точку. Блин, опять не было.
Приветствуй. Привет, привет. Все, вот так вот мне как вижу, так и бегу. Где моя полочка? Ручелочка. Сразу видно, больной, напал на меня, значит больной. Не, с такой дубинкой бегаю. К сожалению, непонятно было, что этой дубинкой можно отгребсти. Неплохо. Зараженный шелк. Икс. Уи. Ебаные кахути. Блин, меня походу кто-то заметил. Кого-то еще не видит. Сейчас мы... Это хрен-то еще не заметила, как это хорошо. Сейчас мы кого-то засунем. Эх, да. Эй, дядя, алло. Алло. Ну и ладно. Как захотите, придете. Стоп, что это? Ох, ты ж срань долбаная. Моровый? Походу, да. Сохраним. Сейчас посмотрим. Или я просто больной. Ну, не я больной. Скальная есть не больная. Что это у нас за пещерка? Шахта Судонит. Судонит, что знакомое? Или не знакомое? Ну, сейчас... А, да, знакомое, я сюда что приносил. Здесь абонитовые шахты были. Суджаму или какую-то такую хрень приносил. Помню. Как это было давно? Хороший или тебя придется убивать? Я понял. Стоп, а я куда-то не туда пошел? Нет, туда. Наверное, вот сюда, за вот этим. За вот этим пригорком. Завис. Встрял. Ну лети уже, ладно. Давай, я отойду, чтобы тебе было удобнее. Так, а ну смотрим. Кожа и перо. Перо. Есть у меня? По-моему, нет. А, есть 6. 6 кожи, значит перо должно быть где-то рядом. Ладно, попробуем.
Да, добавляет. Добавляет. Хорошо. Так, закатная, скорее всего, вот это, да? Закатная башня. Башня заката. И теперь надо найти. Говорите, что хотели, и уходите. Или уходите. Мамский топор. Скажи, чего тебе надо? Скажи, чего тебе надо? Давай говори, или проваливай. Так, смотрим. Личный сундук Салина Саретти в казармах. Ага. Салина Саретти. Нет. Значит, где-то... Может быть, и ничего. Говорите, что хотели, и уходите. Давай, мисс. Встрял. Давай скорее. Давайте я послушаем. Я не могу целый день тут с тобой стоять. Что? Давайте послушаем. О, да. Да, если да, ищете да. неприятности, то получите их с лихвой. Подожди, сохранимся. Да. Давай попробуем. Да нормально. Прощай. А ты? О, моя вещица. Все, у нас корзина, короче. Ага. Стеклянный посох. Кстати, посох можно попробовать поиспользовать. Угу. Мне интересно, почему один светится стеклянный, а второй нет. Оу. Ориентироваться надо. Клещ. Торговать. Клещи. Мне штук 5 надо. Купил. Ой, стоп, я не купил. Иссякли. Бред, если честно. Хорошо, но давайте скорее. Салин Саретти. Ладно, но давай быстрее. Давайте скорее, я не могу целый день говорить. Ты слишком много говоришь. Так, и, по-моему, записку надо было, да? Что? Зачем вы беспокоите меня? Есть записка. Все. Что?
Что? Зачем вы беспокоите меня? Так, хорошо, но давайте скорее. Надо разобраться с... С вот этим. Далее. Чем могу помочь? Будьте трижды благословенны. Очень приятно познакомиться. Очень-очень, да. Так, исчезновение. Сохраняем. Не, я немного украду, не честно. Не должно быть изъяна. Так. Вот это уже плохо. Что мне что-то надо было, перчатки, по-моему. Перчаточки. Пошли меня по нему. Хвала Вивику. Ай, тетя какая. Да вам какая разница? Где этот раб? Три бога, одна истинная вера. Так, крови спокойствия, стопа. Крови спокойствия. Теперь исчезновение. Сохранимся. Блять. Ладно, я не то украл, что хотел, но ладно. Тоже нормально. Все. Спасибо. Что? Чем могу служить? До свидания. Нортлинг. Хотите чему-нибудь научиться? Стоп. Я чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Последние сплетни. Обучение чему-то, обучение торговли. Красноречие. Кропки, клинки. Ну, торгуешь по-моему, как эти дельцы, ну, или контропия. Давай возьмем. Чем могу служить? Так, задание выполнено, нужно уходить.
Интересно, куда меня выкинет. Ну ладно. А прикинь, сюда же. Ладно, сейчас. Ладно. Кагутик. Блин, он меня заметил. Опять ты. Сохраняемся и бегим. Ты ж хороший? Вор, ты хороший, вор. Вы собрали ничего полезного? Замечательно. Блять. Ой, ты живой? Ёлки-палки. Я сперва не понял, прости. Я быстрее тебя убегу. Толстожопая херня. С рулями. Следы моего присутствия было. Уи. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как я вас, да? А тут крысюк где-то был. Я его еще с горки видел. Ич. Thank you.
Машинка, машинка. Сохранимся. С гильдией магов. Приветствую. Если вам что-нибудь понадобится, хотите я с радостью приобрести помогу. Заклинания? Так, путешествуем, путешествуем. И нам надо... Вивик. С вами очень хорошо. Чаечек. Обычный чай с медом. Сейчас просто с медом. А, и я забыл себе ничего вам нарвать и подходит. Мяты. Так что придется. Просто чай с медом. Так, вниз. Нижний пояс, нижний пояс. Сэр. Сэр. Блин, опять не в ту сторону. Да ну что ж такое? Отлично, надеюсь, он не стал мне. О, не. Так, Балмагер дальше. В отличие от большинства Даннеров, Балмагеры стоят против рабства. Я хочу, чтобы вы украли кольцо Бриллиона. Естественно, кольцо Бриллиона. Он работорговец на большом рынке Садвит Мора. Украдите кольцо и доставьте его в имени Дрен, тайной аболиционистки дочери герцога ведома Дрена. Так, Бриллион. Найдите Садвит Мора на великом рынке. Имен Дрен живет здесь, в Ивике, Святой Долин, канал Юг 1. Будьте смешны, нужны конкретно с герцогом. Не так уж и плохо. Преступник меня так сильно беспокоит нас, как мог бы. Думаю, он понимает, что именно мы сохраним порядок. Камонтонг. Что? Камонтонг? Оставайся столько, сколько хочешь. Думаю. Чувак, или ты только что проговорился, или я что-то не понимаю, мы в каком не состоим. Или ты уже подмял под себя. Так-с, куда? В ту сторону. Как быстрее будет, наверное, сюда. Пойдет. Тыкс, теперь. Джей. Так, Садвит Мора. Садвит Мора, черт. Садвит Мора. Садвит Мора, Садвит Мора. Это там, что ли? Ладно. На корабле? Давай. Сейчас попробуем. Хотите осмотреть стена. Достопримечательности? Куда вас отвезти? Ну что-то тише за сарана. Или слышишь? Давай попробуем. Чуть денег потратимся. Сперва в один город, потом во второй, потом в третий. Если я не ошибаюсь, в Малагмар. А с Малагмара мы сможем перекинуть
Кабучий случай. Может, конечно, я и ошибаюсь. Короткий тур, длительное путешествие. Выбор за вами. Черт. Перебрана, давай. Хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Ну, чуть-чуть больше, чем ожидалось. Быстрее, чем добираться туда, наверх, потом... Так, мне кажется, быстрее. Так, и, по-моему... У нас вот здесь где-то недалеко. Да. Вот оно, вот оно. Так, смотрим. Хотел меня похитить лицо Бриллиона и отдать его Бриллиону. Естественно, лицо Бриллиона, он работает на большом рынке, собирает мора, украдет кольцо и доставит его. Вопрос только в одном. Где он? Грязный. Мне показалось, что я что-то слышала. Так, сохраняемся. Берем навык исчезновения. Здесь мы исчезаем. И чуваки, как-то не так как-то. Я ожидал. Большой рынок, правильно? Может, где-то здесь еще есть большой рынок. Ждение. Так. Современное лицо резиденция дома Толвани. Там находится совет дома Толвани. Торговцы и работорговцы. Толвани могут собрать с покупок, а тут живет много шестер, но большая часть все это имеет. Плохо. Посмотрим. Так. Посмотреть город дом. Дом. Фары. Если мы идем. Дом. Дом. Чародейка. Монахиня. Башня. Башня. Зал. Где мне тебя искать? Большой рынок это у нас здесь получается.
Он же здесь. Садрин Мора, привет, аптекарь. Дрол. Дрол или не дрол? Хрен его знает. Даже так. Ладно. Да не, в чем прикол? Просто я знаю, что он вот здесь вот все время, короче, тусовался. Но. Как мне сказали, что он в дырку пошел. Дыра в стене. А дыра в стене, это где-то у нас тут. Точнее, не будет, сколько еще интересная была. Ты вообще нормальный? Скелет, ты чего? Я вообще в шоке. Что творится? Алло? Вообще хрень. Среди белого дня нападают на людей. Дебил, блин. Ужас. Так, дыра в стене, вот она. И мне надо найти. Нет. У нас есть еще. О, фу, слава богу. К чему все это? Время. Мне вообще нужен ключик. Вообще нужен был просто колечко твое. Так. Что-то особое. Бриллион контрабандист. Хорошо, я слушаю. Подожди, ну ты, по идее, живешь здесь. Я чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Неужели? Да, я слушаю. К чему все это? Откуда ты, друг? Не дайте его! Стой! Вор! Странно. Странно, странно, странно. К чему все это?
Почему? Не, ну ладно, ключ. Сундука, наверное. Но там нету. Колечко у него тоже нету. Я не понимаю. Так, определенно носит рабочие туфли. Тоже не все. Химия зачарованная, у меня выраженная голубая вещь. Можно как-то снять и выкрасть. Выкрасть, ага, хрен его, выкрасть у него можно. Как дела, Нордлинг? Подожди, отмена сохраним. Загрузить. Интересно, если оно у него будет после. Приветствую вас! Да. Так, а ну-ка. Что ты за мной следишь? Слотик. Убирайте его! Так. Куличку. А я его выложил, что ли? Щит. Наверное, выложил. О, нет. Исчезновение. С нового века. Какая встреча! Добро пожаловать! Так, иллюзия, невидимость на 30 секунд. Исчезновение. А есть у меня еще какая-то была фигня интересная. Дыхание, Концепт. Thank you.
покрытие, невидимость. Давай скрытие попробуем. С чего мне такая честь, Норбин? У меня такое чувство, что мы станем очень близки. Да нет, как-то... Неохота. Тоже рандом какой-то. Блин, реально такой стрёмный. Хватайте его! Штраф 25. Блин, а если это я и все это я воровал? Да хотя... Сейчас он одену. Успокоение. Смирение гуманоида. Пора тебе убегать. Так, 25 баксов, смотрим. Чуть-чуть мне надо так, чтобы мне стражник не увидел. У тебя, да? Нет? И... Все, зашибись. Вот так. Мы аккуратненько. И его украли. И нас почти... Ну, конечно, вот побил. Ну, ладно. Вот наш друг пришел. Пусть наше знакомство будет плодотворным. Надо будет его как-нибудь прихерячить. Так, давай. Как здорово. Добро пожаловать. Приветствую вас. Очень приятно познакомиться. Пусть наше знакомство будет плодотворным. Ух, вот, дальше пошел.
У нас, кстати, тоже должен был дождик быть. Ну что, не знаю. Так и не начался пока. А, блин, точно, мне же не сюда его надо принести. Так. Кольцо Бриллиума. Самое много дорогие себе этим. Так, и отдать его имени Дрэн. Альбина Дрэн живет в Великой Святого Дулина, каналы Юг 1. Хорошо, закрыть. Святого Дулина. Ридоран, Клаву, Пояс Арены, начни же. Так, Святого Делина, каналы Юханин. Юханин. Каналы Юг 3. Юг 1 посередине. Все, я понял. Хорошо. И посередине. Надо туда забраться, посмотри, что там. Интересно. Так, сохранить. Здрасте. Здрасте, здрасте. Убеждение. Вежливо. Не знаю, как он там говорил, не ссорься. О, хорошо. Вкусненько. Так. Состор. Слушай, ты можешь перед ней сохраниться? Ну, вот. Ради интереса. О, прогресс. Сохранить. Чё? Чем могу помочь? Камень не так много, какие камни ты чели, да? Сохранимся. Так, сейчасок. Нет, так нельзя. Так нельзя. Продолжай. Я слушаю. Вот. 91. Идеально. Так. Это кольцо для вас. Я понимаю историю, которую я не рассказала, когда я был ребенком, не слышал ко мне явление возвращения. Понимаю, это кольцо. Ко всему добра вера. Прощай. Сохранить один из слов, на всякий случай. Вверх не надо было с ней поднимать отношения. Так, предтечи неинтересно, деньги. Ну, не так себе. Все, можно возвращаться назад.
новости. Так, мы нашли. Джин Стейси. Очень рад. Вам что-нибудь нужно? Так, Волмагер. В календаре все схвачено коррупцией. Вместо того, чтобы действовать напрямик, мы хотели бы, чтобы вы украли исторические книги. Одрала Хельви. Одрал Хельви из Кальдера владеет 74 томами краткой истории империи. Это его личное сокровище. Они отпечатаны на лучшей бумаге, украшены золотым тиснением. Фамильная ценность. Я прошу тебя выкрасть все 4 книги и передать их Валле Катрассо в начальную школу или гильдию магов в Альдруне. Школа всегда принимает книги в дар, но я хочу, чтобы книги Одрал Хельви были пожертвованы в имени Балмагера. Ты найдешь Хелви его в зале правительства. Подержи его. Угу, хорошо. Кальдера. Я тебе... Мне нравится то, что я вижу. Кальдера, Кальдера, Кальдера. Да? Ага, нет. Понял. Через гильдию магов. Быстрее. Угу. Быстрее, наверное, будет. Ну, посмотрим. Так откуда ты? Ну такие опять. Пока миссии ни о чем. Давайте так скажем. Ну, по правде вот, посмотреть. Вам это прикольно подходит. Не ну, знаю, какие-то такие пресноватые. Кальдера. С удовольствием. Прошу вас, продолжайте. Я вся внимание. Гильдия магии. Добро пожаловать. Мне совсем не составит труда поговорить с тобой. Добро пожаловать! Прошу, не здесь. Мы тоже. Так, по идее, это вот туда. Давай же, скажи что-нибудь или иди дальше. Краткая история империи. Хиди роскошные знания. Краткая история империи у Адрала Хельви. За правительство. Вот, давайте быстро назовем. Тут ничего. Подожди, первый этаж проверим. Ты кто? Плинтус. Какой-то чувак. Ладно, поднимаемся на второй этаж. Там, кстати, какие-то книги лежали, можно было по ней посмотреть. Так, ты кто? Одрал Хельви. Говорите. Говорите. Что мы с тобой разговариваем? Ты мне не интересен. Дорогая тога, рубашка, юбка.
поднимаюсь. Так. Щуп. Это хорошо. Тикс. И... мастерия. Послезавтра на... Нет, послезавтра. Короче, скоро на работу выходит. У меня есть еще наборчик. Уху, тайная книга, что-то кальдера. История будет. Так, почитать надо руками книгу. Странно. А, вот оно. В этой книге содержится все добычи после хибонета из кальдеры, из них видно, что хибонет постоянно выражается в компании позвон Ашлангарского направления, очевидно, кто-то в кальдере пользуется хибонет для финансирования личных проектов. Давай, наверное, его оставим. Можно, подожди. Если у меня какие-то расскажные издания, я так понимаю, не рахую. Обладание отдрало Фейлю, можно идти в зале правительства. Хорошо. Ну, кстати, было. О. Так, смотрим. Сила на 5. Запас силы. Ничего интересного, просто. Оставьте себе. Сундучок, то же самое, кстати, себе. Кстати. Да не шкаф, сундучок. И что, прикольная штука. Чисто поржать. Я выслушаю, но давай скорее. Ужас. Так, и книги мне надо отнести в гильдию магов. Доставить их в Аликатраса. Хорошо, в Аликатраса. Приветствую! Чем могу помочь? Хотите приобрести заклинание? Ты в хорошей компании, да, добро пожаловать. Здравствуйте. Может, не в этой игре?
Приветствую. Добро пожаловать, Нортлинг. Хотите, я с радостью поговорю с вами. Заклинания? С удовольствием. С радостью поговорю с вами. Мне очень приятно. Мы же реально не... не сюда. В чем дело? А, Эльдруна. С удовольствием. Прошу вас продолжать. С удовольствием. Ну, прошу вас здесь продолжать. Я приветствую. Хотите приобрести заклинание? Да, здравствуйте. Путешествуйте, Эльдрун. Где мне эту Валю найти? Валю. Ты не Вали? Нет, ты какой-то... Да. Как дела? Я слушаю. Можешь говорить. Вы льстите мне своим вниманием. Да ладно, ничего не льстите, все нормально. Принимайте как должно. Я чего-то не понимаю. Ты, чужестранец. Если вам что-нибудь понадобится... Чего ты хочешь? Я с радостью так, помогу. Так, около 5 сверстных бандракон — это данмеры. Хорошо. Да? Считайте их подарком. Так, Баумау, меры где слышать. А теперь вот это. Эти перчатки ценные, надеюсь, вы знаете. Спасибо за книги. Нам меньше мили несколько месяцев платит. А вы их едите. Ладно. Тыкс. Что? Вала, Валя Катраса приняла книгу, отдрала. Отодрала Хелли. Краткая история. Как замечательно! Добро пожаловать! Ну, по-английски, ну, наверное, немножко по-другому называется. Ну, то есть, не отодрало, там, ну, может, отодрало. Добро пожаловать, Нортлинг! Я с радостью поговорю с вами. С радостью поговорим. Пусть наше знакомство будет плодотворным. Ой. О, слышишь, думаю, что из моих... Две секунды. Хоть запись идет? Так, запись идет. А почему у меня автобернер выключен? А? Не скажете? Странно. Ладно. Выключен? Я не знаю почему. Я по нему хотя бы по времени ориентировался. Очень рад. Вам что-нибудь нужно? Так, хорошо. Ординаторы издевались над Дансо Индулес. Честная, но бедная жрица, я хочу, чтобы кубок Две Миров был похищен и отдан ей. В кабинете Берелла Саулы в зале справедливости находится кубок Две Миров. Укради этот кубок и... пожертвуй его Дансо Индулес. Ее обычно можно найти у стен Высокого Собора.
Зале справедливости. Хорошо. Угу. Да. Так. Пойди. Последний будет. Посмотрим. Думаю. Ну, я же говорю, последние миссии такие пресные. Если брать на саму, как бы сказать, вот эту. Да, я слушаю. Квестов, она такая. Нехти. Самая классная гильдия воров была в Скайрим. Там офигительная, вот именно вот прикольная, короче, квестовая линия была, все интересно. В Обливине, ну, так, интересно, ну, не очень, ну, так, средненько, да. В Обливине классная была, короче, гильдия вот эта убийц. Там шикарно была сделана. Ну, здесь слабенько. Надеюсь, ну, и вот этот, гильдия бойцов не очень тоже. Слабовато. Так, ладно. Это все херня. Мне надо вот туда. Опа. Откуда этот раб? Дансен Долис. Он здесь не так? Дансен Долис. Собор, зал справедливости. Зал справедливости. Он в зале справедливости. Справедливости. Хорошо. Зал справедливости это. Лестница наверх. Что это? Собирная канцелярия. Я жду. Говорите. Может быть и ничего. А, походу это оно и есть. Исчезновение. Сохранить. По идее, вот это у меня есть. Сейчас проверим. Может быть, я смогу помочь? Блин, а вот это в ТСО здесь какая-то фишка была. Может быть, я смогу помочь? Подожди, с одной стороны вот здесь вот выемка, и с другой стороны выемка. И здесь, по-моему, можно было статы что-то менять, что-то такое. Так, что я хотел? Я хотел сделать... Кстати, про беспокойствие. X
Мы выбрались на самый верх. Теперь можно посмотреть на Вивик. Да, немножко ошибся. Вот оно. Короче, как оно было? Вот здесь корабли. Все правильно. Гильдия воров. Здесь вот внизу, по-моему, проходит такой был под низ. Вот здесь торговая зона была. Вот этот недостроенный был. Вот этот был построенный. Да, здесь разросся домик. Там было намного меньше. По-моему, было только два построен. Один разрушенный, но не построенный. Немножко не так. Подожди. Здесь вот разрушенные, вот этот был построенный, вот этот бы это было все, это храм Вивика. Блин, ладно. Левитация где? Министерство права, да? Обработки. Что? Чё? Это чё? Да ладно, я просто посмотри. А теперь ты умрёшь. Почему сюда нельзя? Подожди, успокоился. Где он? Мы смирили гуманоида. Чего ты хочешь? Еще забыл его. Придется мне разбить сердце еще одной матери. А теперь ты умрешь! Умри! А теперь ты умрешь! Умри! Ладно. Хватит играться. Не понял. И я, честно, не понял, что это за хрень. И для чего оно надо. Почему меня атакуют? Вот в чем вопрос. Я чувствую, что за мной кто-то наблюдает. Так, Вивик убивает Шалка. А это Альмалейси. И Малейсия. Нет, это не Малейсия. Это тоже Вивик. Два Вивика. Ну и ладно. Thank you.
Думаю, из моих книг. Оставайся столько, сколько хочешь. Мне очень приятно говорить с тобой. Теперь вы так же хорошо, как я, знаете, что должны делать булмагеры. Я доверяю вашим суждениям. Все. Гильдия воров официально пройдена Морровиндом. Официальная, короче, ну, миссия. Думаю, из моих... Дальнейшее прохождение его смысла не имеет. Что, теперь можно менять. Перчатки булмагеров можно убирать, они нафиг не нужны. То есть... Правый наруч. Левый наруч. Стеклянные наручи. Ну, все. Тема. Я полностью одетый. Забыл спирт. Ладно. Та починится. Стоп, подожди, что? Я даже так мог? Охренеть. Блин, вот люди, вот просто посмотрите на это. Вот перчатки есть? Есть. Наручи можно наверх поднять. На перчатки. Наручи, на перчатки. Это же, ну, блин, ну, объясните мне, почему нельзя было это в дальнейшем реализовать в Обливионе, в Скайриме? Неужели это так раздельно? То есть я могу, он взял один такой наплеч одеть. То есть понимаете, как, насколько здесь это все проработано? То есть нательная одежда, сорочка, штаны. Вот штаны, да? То есть да, под тапочки ты ничего не оденешь, носков каких здесь как такового нету. Ладно, не спорю. Хорошо, но это не важно. Поверх вот этого всего еще, поверх вот этого, можно одеть вот этот, мантию. То есть, понимаете, в чем прикол? В броне одежда под низ, наверх мантия. Охренеть просто можно. То есть, сколько возможностей для зачарования. Да. Чем могу помочь? Неужели это нельзя было реализовать в Обле? А потом в Скайриме. То есть, ну, зачем его резать? Зачем? Это же ж прикольно, это классно, это бомба. Да, ладно, копья. Фиг с ним. Копье мы не увидели в игре. Мы не увидели метательное оружие. Ладно. Не так уж часто им пользуется. То есть не настолько оно там популярное, чтобы его... Ну, раздельная вот эта одежда. Я боюсь даже... Знаете, в чем эволюция? Да, эволюция. Ну, как бы сказать... деградация, да? То есть вот деградация. В чем? Блин, следующая версия будет. Вот, например, они же все режут. Алхимию порезали, порезали. То есть, если здесь алхимия намного интереснее, то смотрите, еще по одежде. В следующей версии будет комплекты одежды. То есть, ты не будешь там отдельно там броньку собирать, да, как вот, есть там поножи, ну, там, как в Скайриме, перчатки, шлем, кираса и поножи. Все. Ну, по-моему, так, да. Сапоги или поножи, ну, короче, не важно. Все, ты же больше ничего не оденешь. То сейчас, скорее всего, они сделают все цельное. То есть, взял такой раз цельная одежда вот этого мага. Все, ты же на нее больше ничего не натянешь. Вот, ну, что-то у меня такое, блин, плохое предчувствие. Надеюсь, конечно, это все бред. Не дай бог, они такое бы не вычудят. Какая у меня замечательная компания. Так, ладно. Прошу тебя, поделись своими мыслями. Что у нас дальше? Все, пока хватит. Я потом постараюсь еще чуть-чуть зайти. Может сегодня, может нет. Сейчас, может, еще видео поставлю на загрузку, по которой у меня уже есть. Ладно, все.
Всем пока. Всем благ.